что ты делаешь? А, что? Зачем ты открыла куб? Немедленно закрой его! Карина сказала, что нельзя брать маску голыми руками. Да-да, хорошо. Только мне показалось, что маска говорила со мной. Говорила? Да, она шептала что-то. Ну что? Я забыла. Алена, это же маска одержимости. Уже из названия понятно, что ее нельзя трогать. А уж тем более надевать. Посмотри, что случилось с доктором Морковкиным. Он исчез, растворился. От него осталась одна одежда. Может быть, он просто сбежал? Без одежды? Зачем? Я не знаю, Соня. Алена, смотри. Что? Маска. Она не улыбается. Она плачет.